Ну а всем огромный привет, ребята, вы на канале Денплей, и сегодня, короче, я получил $1 000 000, вот так на халяву мне Илка их дал, сказал, чтобы я там задонатил себе, там, ну, короче, такое, поняли, он мне сказал, я прошел чемпионат, не буду ничего придумывать, я прошел чемпионат, вот доказательства, вот, на изи прошел я все, кроме осады. Прошли мы. Победа первая, победа вторая. Нужна была 15-я победа. И мы подряд на 15-й победе сделали 3 поражения. И на 4-ю попытку мы прошли эту 15-ю победу. И испытание пройдено. Просто посмотрите, скриншотик вот так вот на память себе. Ведь это просто офигенно. Я очень доволен. Вот мне пришло уведомление. Онлайн-этап разблокирован. Мне очень это нравится. И я получил свои обещанные боксики. Вот много боксиков я получил. Также старпоинтов немало. Где-то 1000 примерно. Или сколько я старпоинтов. Сейчас, подождите. Вот 500. Так, ну да, больше 1000 даже. Там 1500 где-то так. Ну что ж, давайте откроем боксики. Я поиграл еще в роборубку. У меня не было много билетов. Так что всего лишь 10 боксиков. Давайте. У нас, напоминаю, нету Макса. Нету Макс. И пассивок, дофига пассивок у нас нету, так что хотя бы пассивка вдруг выпадет. Я буду очень доволен. 5 гемасов, отлично. 400 гемов у меня теперь. Я очень хотел гемасики, чтобы мне выпали, чтобы было 400. Отлично, отлично, ребята. Я потом не в видосике уже пойду в этот онлайн-этап и посмотрю, что там все-таки мне нужно сделать. Понятно, что я не буду участвовать, потому что мне нету 16 лет. Если было, то, возможно, бы поучаствовал бы, но не сегодня. Ну да, понятно, что я не буду участвовать. Так, пока мест там ничего не падает. Мне хотя бы золото. Мне золото тоже годится, потому что я хочу прокачать вот мистера Пи или же Сэнди. Вон, скоро прокачать мы сможем. Кстати, можно купить очки силы на Сэнди. Еще плюс. Вот так вот. Отлично. Ну да, вот так вот. И давайте биг-боксики. Заслуженные мои биг-боксики. Отлично, прокачали. Так, отлично. Прокачали мы мистера Пи. Давайте его сразу же вкачаем. Отлично, Что, ребята, произошло, я не знаю. Что только что случилось, я не знаю. У меня вылетела игра почему-то. Я думала, что мне кто-то звонить сейчас будет, но нет. Окей, давайте открывать дальше. Что-то мне это не нравится. Что-то у меня вылетело, не знаю даже что. Окей, 6 боксиков осталось. Но нам ничего не выпадет, я понимаю. Это что у меня нажимается всегда? Это фигня. Ладно. Один предмет. И гемасы. Ладно, удвоители жетонов. Отлично. Так. Я могу что-то еще вкачать? Нет. Нет, у меня голды нет вообще. Гемасы. Ай-яй-яй. 3 бигбокса осталось. Нифига нам не падает что-то вообще. Мне везет. Офигеть, ничего нам не падает. О, гемасы, отлично. Хотя бы гемасики. Давайте пойдем в раборубочку с вами сейчас. Давайте, раборубочка на 15 билетика. Вот, 15 билетика. Я беру бита. Давайте, где мой бит? Вот мой биток. Так, пассивочку выбираем вот такую вот. И ищем наших напарников. Так, подождите. У меня Сэнди могу прокачать, только у меня нету голды. Офигеть. Я уже Сэнди могу вкачать даже. Кстати, мистера Пи мне тоже уже почти чуть-чуть осталось. У меня будет пассивочка на нем. Давайте найдем каких-то нам с этих напарничков. Поиск участников. Давайте я остановлю запись, мы потом найдем с вами участников и будем играть. Вот, ребята, я нашел каких-то чуваков. Не знаю, вот нашел каких-то челиков. Давайте попробуем с ними сыграть. Джесси, Пэм с пассивками и я бит. Давайте попробуем сейчас нормально затащить каточку. 6 минут как минимум мы должны продержаться. Так, отлично, крутимся. Не знаю зачем, но мы крутимся, окей. Так, что ты радуешься, чувак? Мы еще можем слиться вообще-то. Это не факт, что у нас все с пассивками, мы выиграем сейчас дофига. Да что ж вы крутитесь-то? Ну, крутись, да. Окей. Нам дадут сколько примерно сундуков, не знаю.
Примерно 6 сундуков должны дать. У меня плюс удвоители жетонов 200 штук есть. Так, так, так. Ну, это ненавижу я. Вот это когда вот начинающие вот стадии, вот эти вот маленькие роботы. Так скучно играть, серьезно. Ай-яй-яй, это не люблю я вообще. Давайте просто не будем двигаться. Ладно, будем двигаться. Давайте нормально затащим. Так, ставлю эту штуку, пускай будет. На всякий случай нужна она нам, наверное. Надеюсь. Если чуваки будут нормально играть. Отлично, давайте выносим этих гадов. Так, 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 так. Так, так, так. Когда будут уже большие роботы вообще идти? Так бесит вот эти маленькие. Они вообще ничего нам не делают опасного. Так, давайте погнали туда. Там у нас будет большой робот типа. Так, 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 давай, на тебе. Я даже ульту ставить не буду, это нету смысла, мы его и так сейчас вынесли. Давай, давай, выноси. Отлично, там у нас какой-то кто-то и шел вроде бы, да? Давайте походим сдалека вот так вот. Хотя нет, уже пойдут сейчас фиолетовые роботы. Я надеюсь, что наши чуваки не будут тупить. Окей, я справился. Нужна нам хилка и нужны нам этот турелька Джесси. Так, давайте, фармите ульту. Я не буду даже мешать вам. Фармите ульту, ульту фармите. Потому что я выношу быстро. Я просто буду прикрывать вот так, братаны. Так, давай. О, Пэм накопила, хорошо. И Джесси накопила. Давай, ультуй, ультуй. Хорош, молодец, молодец, молодец. Все, отлично, у нас теперь все есть, чтобы тащить. Отлично. Ну, это скучно еще, до сих пор скучно. Когда пойдут хотя бы красные роботы, тогда уже будет немного поинтересней. Так, выносим, выносим, хилимся. Кстати, вообще офигенно. Связка просто офигенная. Так, ладно. Нужно нам еще выносить их и выносить. Все, пошел робот. Ой, капец. Сейчас мы будем его выносить быстро, а потом еще... Ненавижу вот это играть в роборубку очень много. Так скучно, серьезно. Может, я такой, не знаю, я уже переиграл в Brawl Stars, и мне уже все скучно здесь. Хотя нет, нормально. Нормально, нормально. Сейчас нафармим боксиков. Откроем, может, пассивка хоть выпадет. Ни одной пассивки. Что за фигня? Я старался, чемпионат мира проходил... И мне нифига не падает. Ну, хотя бы голда, хотя бы я прокачал мистера Пи, хотя бы я вкачал Сэнди. Только монет не хватает. Отлично, молодец, молодец. Давай, 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 давай. Опа, отлично. Отлично. Ой, там у нас уже стрелки пошли такие вот. Почти 4 минуты мы уже продержались. Нечего комментировать просто, серьезно. Когда играешь в роборубку, что-то комментировать ничего не хочется. Ну, потому что тут все однообразно. Просто стреляешь робота и все. И их выносишь на изи и, короче, да. Так, 21-я волна, приближается большой робот. Так, иди отсюда, вот так, окей. Погнали, поставим все-таки наш ульт, чтобы вынести его быстрее как можно. Где Пэм? А, Пэм у нас живая. Я думаю, что она уже откинулась. Ладно, нормально. Блин, нашу ульту раз с вами разбили. Я хочу ульту нафармить, не трожьте. Ай-яй-яй, ульты не хватило чуть-чуть еще. Ну, сейчас нафармим. Че ты туда ложишь ульту, Джесси? На ящик лучше ложила уже. Ну ок. Окей, окей, золотые пошли. Вот это сейчас будет интересненько уже. Так, ставим, ставим, отлично. Отлично, отлично, 23-я волна. Ну, 5 минут мы продержались, хотя бы 6-30 минут. И то это для такого пика, это, ну, такой нормальный результат, не супер там крутой какой-то. Блин, все-таки мы пропустили тыку на наш с вами сейф. Так, так, я на стрелка иду. Так, 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 выноси того. Джесси справится и сама.
Да, выноси, выноси. Все, Пэм чуть не, не умерла у нас. Так, так, отлично, выносим. Так, иди в баню отсюда, вас, золотой робот. Так, 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 я выношу, отлично. Да, отлично, все. Так, 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 так. Нечего комментировать, серьезно. Так, 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 давай, давай, давай. Не, пацаны, давайте, соберитесь. Что за фигня? 6 минут даже нету, что за фигня? Что нас так размочили? У нас же все живые. Чего нам половину почти снесли? Ну и ладно. Может, я где-то затупил, не знаю. Ой, блин. Да все, это хана. Мы даже 6.30 не продержимся. Ну, хотя, возможно, еще. Если сейчас заблочим все, чтобы не дамажили нас сейф. Наш сейф надо утопить. Ставим, ставим, ставим. Давай 6.30, пожалуйста. Нет. Ну все, нам конец пришел. Окей, это нормальный результат. 6.20. Так, и удвоители. Воу, 8 сундуков. Даже не 8, даже 9 сундуков. Офигеть. Все, братаны, спасибо. Ой, дайте я нажму выйти как-то аккуратненько пальцем. Вот так. Та ё-моё. Оп, отлично, вышел. Ну что же, открываем. Гемасики. Ай, ладно, удвоители нормально. Ну же, давай. Гемасики. Блин, билеты. Ну же, давайте. Что-то нормальное. Гемасики, пожалуйста. Билеты, та ёлки-палки. Я хочу гемов больше. Так, ничего. Так, сколько у нас монет? Мне хотя бы монет побольше, давайте. Блин, не хватит нам на прокачку. Ну и нифига нам не падает. Обратно билеты. По одному билетику, как будто жлобы. Серьезно, по одному билетику. Это издевательство, Суперселл. Спасибо вам огромное. Ладно, ну а вам за просмотр спасибо огромное. Так, что мы можем сейчас сделать на нашем аккаунте? Мы можем, лично я бы хотел больше бы вкачать мистера Пи, его первую пассивку получить, агент Пи, вот такой вот классненький стрелок у нас, мифический, офигенный. Ну и, конечно же, нету Макса, жаль, что Макс мне не выпало. Это девчонка, окей. Что у нас в магазине есть? Я нафармил гемасики, ну не нафармил, я задонатил, ладно. Вот магазинчик у нас. Что здесь есть? Акцию я покупать не буду. Это какая-то дурная акция. Что у нас по скинам? Нифига, тоже нормального. Вот романтичная Пайпер выйдет. Но если она будет стоить 80 гемов, я ее не куплю. Если она будет 30 гемов стоить, то, возможно, я ее куплю. Но, скорее всего, нет. Мне жаль будет гемасов тратить. Так, что еще? Что еще? Что еще я бы хотел купить? Мега ящик. За 60 гемов. Не знаю. Стоит ли открывать мегаящик за 60 гемов? Мне кажется, не стоит. Или все-таки открыть? А давайте откроем мегаящик. А давайте откроем. Давайте, я открыл. Я открыл мегаящик. Блин, нифига нам не выпало. К сожалению, нифига. Гемасики, 6 гемов. Ну, ничего страшного, у нас 350 есть гемов, нормально. Ну, все же, давайте, ребята, всем удачи и всем покедова. Ничего нам сегодня не выпало, к сожалению. Но я скоро вкачаю мистера Пи. У нас, кстати, голда уже есть. Это классно. Я могу и Сэнди вкачать, но я хочу мистера Пи вкачать. Мне тут немножко осталось, и будет отлично, ребята. Ну, что же, давайте, все, ребята. Удачного вам дня, хорошего вам настроения, всем удачи и всем покедова.